Всем привет, друзья, с вами я, Квантер-2001, и это 61-й выпуск моего города в Майнкрафте. В общем, друзья, сегодня решу как бы не раскисать с количеством населения, и, в общем, сегодня первое обновление, то, что я скопировал первые трехковорные трехэтажки, тем более, поставил три штуки, скопировал, и увеличил население до 16758 человек. В общем, это было первое обновление, а второе обновление в том, что я построил полицейский участок. И он находится на Советской улице в Калининском районе, а посему и назван как Калининское районное управление внутренних дел города Яклоновска. Так вот, друзья, вот они у нас, вот эти триковатные трехэтажки, вот такие вот. Находятся рядом с магазином «Элита», двумя трехэтажками. И, собственно, вот он полицейский участок. Ладно, всё, проорал фигню. Калининское районное управление внутренних дел УВД по городу Яклоновску. Здесь у нас дежурная часть, такая вот маленькая получилась. Здесь у нас сам вход в такой вот отсек, в отдел. Тут у нас туалет, даже отсюда видно, что это туалет. Всякие кабинеты, но, ну, честно, это дежурные полковники, генерал-майоры. Тут у нас тоже кабинет. Тут у нас полицейские кушают. Стопа такая вот. Здесь у нас тоже кабинет. У нас вот такой архив, у нас, то есть, всякие произошедшие происшествия в городе. И происшествия были убийства, пожары, аварии, т.д. В районе, естественно. Так, поднимается на второй этаж. Здесь у нас тоже кабинет, только он уже вот получился большой. Здесь у нас снова кабинеты. Кабинеты. Здесь у нас полицейские спят, он дел. Так, тут хламовник, здесь типа всякие лежит. Не знаю зачем просто. Тут снова кабинет такой. И снова кабинет с головой крипера. Наверное, это как бы тренировка. В общем, друзья, на сегодня все. Спасибо за просмотр, за лайк, подписку. Не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте, ссылка в описании, мою группу в Одноклассниках. А также не забывайте залетать ко мне на Дискорд. В общем, на сегодня все. Спасибо всем. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, писать идеи, что еще построить. Ну и, конечно же, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В общем, друзья, всем покедово!